Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 26 лет, живу с родителями, отец инвалид. Понимаю, что морально я уже не могу больше жить в той обстановке, которая есть на данный момент. Отец еле-еле продвигается, сын у нас с мамой, носим его практически на руках. Уехать, короче, жить отдельно не могу, так как чувствую вину за то, что избегаю от проблем. Но и жить так тоже не могу. Я молодая девочка, личной жизни нет, самореализации тоже, не чувствую счастья и удовольствия от того, что живу эту жизнь. А в чем ваш вопрос? Аноним. Какой ваш вопрос? Вот. Вы как бы от психологов в данном конкретном случае чего хотите? Какой помощи в чем вы хотите? Вот, потому что пока вы это для себя не сформулируете, вряд ли вам можно будет как-то адекватно помочь, потому что нет вопроса, нет, соответственно, какой-то направленности, нет кооперации и нет возможности вам помочь. Значит, что здесь у нас с вами есть? У нас здесь с вами есть в первую очередь категоричность определенная. То есть почему-то вы достаточно категоричны в своем восприятии, ну, например, родителей, да, то есть вот, либо я от них ухожу, говорите вы, либо я вот полностью как-то ухожу, либо, в общем и целом, я как бы живу с ними и вот свою жизнь, значит, по сути дела, проживаю зря. Вот. То есть, ну, давайте разбираться, откуда, собственно говоря, подобная категоричность. Можно ведь как-то совмещать одно с другим, наверное, как вам кажется. Вот. Можно, наверное, как-то вот, ну, как-то вот и в ту, и, в общем, в другую сторону, да? Действовать, если вам, ну, так хочется, например, допустим, если вы в этом, ну, нуждаетесь, например, опять же. Вот. То есть, на мой взгляд, это вот такой, ну, вот, в первую очередь, достаточно важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, в первую очередь. Понимаете, да? Как бы. Второй момент. Ну, ваш отец, он, конечно, понятно, что он передвигается, он достаточно вот тяжело, и что вы вынуждены как бы ему помогать, но вопрос в том, как вы относитесь непосредственно к отцу, Вот. То есть одно дело, если вы его любите и как-то вот хотите
ну, для него, да, самого лучшего, например, это один момент. Это одно дело, один аспект. И другое дело, если вы все это делаете через силу, а сами чувствуете, ну вот, какой-то такой достаточно, получается, серьезный негатив по отношению к нему. Вот. И как бы момент, на мой взгляд, по крайней мере, момент заключается здесь в том, а вот насколько вы со своим отцом, ну, так скажем, искренне, да, вот, можете ли вы ему, ну, сказать о своих чувствах, можете ли вы ему рассказать о том, что вас волнует и беспокоит, вот, можете ли вы, вообще говоря, высказать ему свои желания, вот. То есть можете ли вы, грубо говоря, с ним это все обсудить? Вот. Потому что если нет, если вы не можете с ним это все обсудить, то это вот, наверное, является одной из таких вот достаточно ключевых, как мне кажется, проблем, да? То есть вы как будто бы говорите, что от вас ждут, ну, ожидают, иными словами, да, от вас ожидают и ждут, что вы будете помогать, что вы, как бы, ну, что вы проживаете вот свою жизнь так, как вы ее проживаете, вот, и альтернативы у вас нет. А уверены ли вы, что ваши родители на самом деле этого хотят? Вот. Чтобы вы жили вот так. Да? Вот. А, ну, уверены ли вы в этом? Что что ваши родители на самом деле этого хотят? Говорили ли вы как-то вот с ними об этом, вот, и так далее. То есть это вот, ну, такой, на мой взгляд, достаточно важный момент, на который хочется обратить ваше внимание. Потому что если нет, например, то это уже вот вопрос, да? Вот, это уже вопрос, и вопрос, ну, в первую очередь, наверное, к вам. Такой вот, ну, достаточно важный, как мне кажется, как я, ну, думаю, и так далее. Вот. Понимаете, да? О чем как бы идет речь в данном случае. Вот. А дальше. Чувство вины? Чувство вины. Есть неотреагированная злость. Вот. Неотреагированные ваши желания, ну, в смысле, ваши, имеется в виду, свои собственные, ваши собственные желания, ваши собственные потребности и так далее, о чем вы замалчиваете, о чем вы не говорите. Вот. И, наверное, поскольку как бы вы мамой в данном случае этими вещами всеми занимаетесь, вот, то, по-видимому, именно вам с мамой в первую очередь и нужно вместе обратиться к психологу для того, чтобы в этом лучше разобраться, да, вот, то есть, чтобы лучше разобраться вот в себе, поговорить, высказать друг другу то, что там
ну, условно говоря, то, что вас волнует и так далее. Вот. Да? Вот. И как-то вам, ну вот, проживать ваши чувства, как-то вам проживать ваши эмоции, ваши чувства. Вот. Сейчас на данный момент, ну, есть у меня вот такое ощущение, что этого ничего вы не делаете. Вот. Этого вы ничем таким вы не занимаетесь. Вот. А ситуация, ну, на самом деле довольно серьезная. Вот. А также я бы сказал, что у вас есть значит, трудности с самооценкой, но трудности с продвижением и исследованием своим интересом. Вот. По моим ощущениям, потому что если бы у вас были ваши интересы, если бы у вас были ваши, ну, желания какие-то и так далее, то, скорее всего, эта бы ситуация, в принципе, наверное, бы не возникла бы, вот. А, так или иначе, так или иначе. Вот, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете сами, как бы о чем в данном случае речь идет. И, соответственно, нужно, чтобы у вас что-то появилось. Как-то так. В целом, у вас по описанию такая достаточно созависимая семья получается. Вот, где все приносят себя в жертву, вот, как будто бы не видя других вариантов, потому что, словно говоря, если бы вы посвятили бы себя, допустим, да, работе, карьере, если вам это интересно, вот, то вы могли бы зарабатывать и, соответственно, уже могли бы обеспечить там отцу там, ну, какое-то вот достойное, так скажем, достойное проживание. Вот. Такой момент. Сейчас вы, на мой взгляд, в этом направлении как-то вот не двигайтесь от слова совсем. Вот. И это, на мой взгляд, довольно-таки серьезная проблема. Вот. А если вы понимаете, вот, в данном случае, о чем идет речь, да? Вот. А вот какая-то такая история, какой-то такой момент. И это, как мне кажется, вопрос про приоритеты. Вот. Как мне кажется, это вопрос именно про это вопрос именно про ваши приоритеты. Это вопрос именно о том, что для вас важно. Вам важнее принести себя в жертву сейчас, нежели чем реально что-то для своего. Вот. Соответственно, это вопрос о ваших чувствах к нему, это вопрос о ваших чувствах к себе. Вот, это вопрос в целом об, так сказать, экологичности взаимодействия с
вашей мамой и папой. То есть выведение вашей коммуникации, ну, на такой более зрелый, да, взрослый уровень, а не тот, который сейчас сформировался. Ну, вот. Такая вот история, поэтому если вопрос в том, хотите ли вы с этим работать, если вопрос в том, хотите ли вы что-то менять, если вопрос в том, хотите ли вы жить по-другому и так далее. Ну вот. Ну, очень важно, что вы вот не задаете вопрос, да, то есть вот первое, что вам нужно сделать, это вот спросить себя, а чего я хочу от психолога. Ну, то есть вот я описал историю, да, описал, как бы вот, знаете, а задать что, хочу ты чего, вот. А с этого вам и нужно начать. А на этом все, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.